делаем вообще? У меня звука не будет на этом. А у вас как дебилы. Ну это же весело прыгать. О, как это весело. А у меня будет эта эпичная музыка. Ладно, ребят, всем привет, всем привет. Мы продолжаем играть в Миллинейр. Да, продолжаем. Всё, я могу теперь строить? Да ничего ты строишь? Замонал Руся, вообще. Ладно, я дрова добуду или еду там у нас. Там, да, да, точно. Давайте в шахту зароемся чуть-чуть. Как-то. А ты чё, зачем? Давай хоть чуть-чуть, хоть коробочку какую-нибудь на первое время. Да вон, на земле жить будем. На земле, матушка. Настало время строить коробку. И коробка. Как там видео? Все просто и понятно. Да, в коробке все просто и понятно. О, смотри, что я нашел. Я чуть туда не упал. У нас рядом шахта четкая, ребят. 100%. Сделай туннель от нее, короче, от нее, чтобы мы туда еще попали. Не-не-не, нам надо ведро как-нибудь скрафтить, чтобы в воду туда засунуть. Не съесть это ведро. Папа, мне скиньте, пожалуйста, ребята. Блин, ну ты не, у меня только это, топор я могу тебе скинуть. Ну блин, топоры у меня есть, мне лопусти. Замути похавать. Да печка есть у нас. Ты запахавать вначале замути, найди там похавать. Да есть у нас похавать, у нас 9 кур. Чё у нас есть похавать? 9 кур. Чё так мало? Три на харю. Мучи ещё, говорю. Ну, неплохо. Печку кто-нибудь накопайте камни. Сейчас этим кирку. Занимаюсь. Кирку. Давай, окей, давайте. Я уже занимаюсь этим. Мне что делать, ребята? Что? Всё, я накопал. Давай с тобой делаю кирку каменных. Мы сейчас с классом зарываемся за булыгой. Угу. Окей, давайте. Уплём, короче, и с первым железом. Ладно, я пошёл, значит... животных убивать. Да, ты ирод. Ирод. Да я делаю нам две кирки. Да, так, две кирки. Я же делаю две кирки. Все, окей, я беру чуть-чуть. Тебе я сейчас делаю каменный меч. Давай, делай. Раса как лев. А-за-за-за-за, куры. Расти. Раса как лев. Жалил как оса, ужаленная другой осой. Нет, летел как бабочка. Порхал как стрела эндермена. Ой, ладно, все, пойдем в шахты. Так, все, я накопал, Руся, иди сюда. Сейчас тебе сделаю. Можешь заманался бегать? Я тот. Всё-то, я иду к тебе, да будьте это, немножко терпеливей. Где? Дед, ну я тебя жду. Ну. Чё? Я на верстаке тебя жду. Оп, какой он красивый. Это крипер, всё сзади. Экскалибур такой. Ну ладно. Да, я тебе экскалибур, крафт там, ой, реклама. Клаус, у тебя там это, крипер, мазафакер. Я знаю этого мазафакера. Ребят, я овечек не буду убивать. А, да, убивай, Русь, да там надо. Да у нас кровати есть, все, я уже точно? Добыл нам, да. Стоп, ты опасный. Кровать? Нет, кровать есть. Я живой. Я жив. Ты живешь, да? Хэштег Клаус живи. Клаус живи. Я... О, эй, да, поселение, они негры, они... И самое главное, Русь, не трогаем там, ничего не ломай, а то они тебя побьют. Ой, как больно будет. Да, я тебя спасать не буду, я не подкинусь, друзья, я и боюсь. Но. Кстати, нам надо будет как-нибудь ове... А, у нас шерсть есть, нет? Есть, или мы... есть у нас шерсть. Руся, врёшь? Отвечаю. Сколько шерсти? 9. Точно не врёшь, прям 100%? 9? Точно? 100%? Как раз. Прям клянёшься. Да, прям. Отвечаю. Даже меч выкинул. Верю. Каменный. Меч каменный из-за... Мак, что за руда? Что за руда? Я похоже на... не знаю, тут, короче, да, руда. У нас, короче, шерсть 3 штуки и шерсть еще 9 штук. Так что еще чей-нибудь ребенок можем забрать, выкрасть ребенка. Забрать, да, замутить ему, там, похавать, там, поспать. Нахрен он нужен? Слушай, Русь, на нас тогда придет... Ребят, срочно нужна печка. Русь, сейчас сделаем. На нас сейчас придет этот тогда Марцинкевич и скажет, ты пидорос или педофил? Ребят, давайте печку и уголька. Или типа он. Печку и уголька. Уголечка. Ну, Русь, немножко терпения. Сейчас я. Хорошие новости, я сейчас приду с железом. А! Я тоже железо целых нашел. Что я аж офигел, вы там так зарылись. Ну так. Я тут, короче, ребят, вообще опечали новостью. Какой? Я в шахте, у меня факелы только что появились. Зачем тебе факелы? Потому что я в шахте. А вот знаешь, если проработано, чтобы факелом зажечь, например, печку там факелом, или пожарить курицу на факеле. Вот тут шахта так, шахта. Шахта всем шахтам, шахта. Всем шахта, всем шахтам, шахта. Ребята, у меня курица заканчивается.
Ой, да. Курица, ведь. Я тут, короче, ребят, знаете, что нашел? Я решил, короче, добыть немножко уголька, да, ребят? Нормально? Да, добывай. Так, добыл угля, чуть-чуть оставил там, и железо нашел. Железо. Окей, нашел еще медь. Кажись, я нашел медь. Да, я медь нашел. Такая красная, стрёмная. Да, оранжевая. Да. И я ее нашел тоже. И... А еще можно же медное. А, нет, это бронзовое, можно мутить, медное нельзя мутить. Блин, обида, печаль, беда. Печаль, беда, обида, безысходность, грусть, печаль, беда, но бывает. Да, безысходность. Тоже видео Джонкина, безысходность. Антошка, пойдем-ка не могилы, что-то там подобное. Все вы помешались на этом инжайке, не надо. Тили-тили, трали-вали, все могилы раскопали, та-та-там-тан-тан. Какие-то анархисты. Блин, какой раз хочу забацать точку хом и забываю. Так, это было на китайском. Это я так возмутился. Ребята, что мы в первой части забацали эти точки. Чё, Клаус, говоришь? Свинец нашел, свинец. Они каким-то чудом исчезают постоянно. Какой свинец? Не знаю, но у нас есть свинец. Может, пули делать, я не знаю. Свинец, свинца, дайте накормить, да, будем криперов кормить свинцов. Да, вообще утро. Отведу зеленая тварюга свинца русского. Ребята, шахтеры, где? С углем, булыжником. Я нашел кучу угля, кучу железа, кучу меди, кучу... Нашел кучу железа, я, конечно, поспорю, у меня мало вообще железа. Ребят, я алмазы нашел. Чё? Нет, я пошутил. Я тебя уже хотел целовать. Это да, это того стоило. В первую, во вторую же серию алмазы. Я б тебя, ты чё, я б тебя-то почитал. Ай, нет. Посмотри на меня. И чё ты... Видишь, как мне плохо. Дай булыжника, пожалуйста. У нас не будет печек. Будет у нас печки, все у нас. Хорош, вы там, наверное, по 300 стагов накопали. Да я тут нашел что-то, вот это нашел что-то, но я. Это что у нас? Свинцовая руда, свинец. Это тоже свинец. Клаус, я нашел тоже свинец. Вот, отлично. Классно, да? Уже вечер, сейчас пойдут зомби. Сейчас у меня кирка кончится. Несы в трусы, рано еще. И посмотрите, какие, а. Мы тут. О, Тузик, я тебя вижу. Все отлично. Видь меня, я от тебя ухожу. А, я тебя поведаю. О, железо. Железо, давай, выкапывай его. Все, кирка сломалась. Целая одна. А, наконец-то вы сейчас подыметесь, у вас кирки сломались. У меня 12 удара. У меня 21. Сейчас я вот это выкопаю, все, что у нас тут есть. Булыги, в смысле, накопаю на последние удары. Руся, давай там едой замутил. Печка нужна. Печку делаю. Сейчас через 2 минуты. До свидания, Тузик, я пошел к 6, 5, Руси, 4, груди, 3, 2, 1, 0 мазафака сломалось. Все, иду. Знаешь, все, строите Русь, сразу крышу над головой. Русь, я иду к тебе. Давай, гол. Нет, мы Русь будем. Уже ночь, сейчас пойдут первые пауки. А у Руди жопа голая, да? Держи вот это. Ура. Держи вот это, там держи вот это, и вот зачем? Это. Вот это мне точно нельзя доверять. Что, прибитал, ребятушки. Сейчас. Ребятушки. Зомби уже идут. Все, защищайте меня всеми силами. Точно. Угля мне дайте, уголь. На. Отлично. Уголь есть. Я смутил нам первую хату, у меня кончился булыжник. Будем. Ребят, защищайте меня. Парни. Молодцы. Всех. Тузик, я манал твой шлем. За что? Не надо мне манать. ТПшей, ничего никого не слушай, ТПшей. Сейчас вначале забубенишь. А, ребят, насчет вашей идеи, там, насколько мне сказал Тузик, keep inventory, этот дрянь не работает, к сожалению. И руди. Так, садим тут. Выбраться. У меня там инвентарь попадает. Ты куда сидеть тут? Ты вот. Что? Давайте их отпинаем вначале, отхренакаем. Так. Сейчас вот тут сделаю этот, как да, там. Клаус, гоняй и булочник мне принеси, пожалуйста. Мы лучше здесь замутим все. По Шурику сгоняй за булыгой. Секундочку. Давайте. Не вообще хренеть. Ой, опять еда, кушать, быстрей. Побей. Ребята, у нас плохие новости, у нас кончились палки. Нет, палки у нас есть дерево. У нас там должны быть. Палки в ручалке. Они куда-то пропали сами, я не знаю. Булыжник, Клаус, булыга есть.
Булыга есть, 25 целых. Давай, быстрее ко мне, давай, запрыгивай, давай, а, давай. Как я запрыгну-то? Тут... Давай, вот, лыжник, я вот. Его, я его, все, все, вот, я его убью. Руси, скину. Давай, запрыгивай, запрыгивай, а, давай. Я сэкономлю вот и возьму на верстак. Так, я замутил печку. Первая печка, бу-бум-бум-бум. Все, да, наконец-то. Ребят, вам идет зомби прям в хату. Нет, нормально все. Нахрена я принес верстак? Скрипером. Та-та-та-он. Ой. Лалка! Я упал в огромный щель. Тебе падает скелет. Скелет. Скелет, быстрее беги. Беги быстрее, у него лук зачарованный. Не туда беги, к нам беги. Нет, нет, скрип. Ко мне ТП-шися. Чё, Руся, ты на моих глазах просто развалил всю хату. Чё, ребят, у меня к вам хорошая новость. Мы нашли овец. Вот я нашел. Я говорил, блин, стройте дом. Крышу над головой стройте. Может, в деревню сгоняем побыстрее? Они все... Тут вообще до хрена все. А, ребят, меня завалят сейчас, завалят. Короче, я прячусь к людям. Я в деревню пошел. Как мне притпшиться к... Я забрал все важное, ребят. В деревню давай. О, тут парень на улице спит. Что? Я в деревню пришел, мне да я тоже в деревню, я спрятался, я просто... Давайте не пустимся... Саша, что с парнем произошло? Почему он лежит в сундуке? Не, все нормально с ним. Он там спит. Нет, ты просто посмотришь, смотри, что... Мелкий спит. Ребята, они так спят, странно. Пойду схожу за этим. Нет, дверь ломится. Не открывай. Слушай, а он может дверь сломать? Нет, ничего не сделает. Может, но не сделает. Смотри, ты лах. Он меня ударил. А ты чё думал, просто так? У тебя еда, походу, кончилась. Нет, у меня есть еда. У меня две жареные курицы. Это я был. Пардон. Это ты был? Закрой дверь. Ладно, я хотел пати хард. И пати хард, ты сейчас... Всё, не, да. Нормально, Рус, нормально. Ой, Клаус, заходи быстрее, там два! Растащил. Растащивай там один. Какой? Там их два пришло. Тащичик. Смотри! Зомби-житель, лол. Житель встал, житель дерёт, я ему помогу. Клаус, смотри, какой щегол спит, мне аж смешно. Вообще, жище. Слышь, он на Александра Родионовича похож, чем бородача. Александр Родионович, это кто такой? Александр Родионович Бородач. Ты! Клаус пузатый, давай все. Я дерусь, я как мощный. Клаус! Мать его, не брыгай тут! Ребята! Все, меня теперь убили. Все это со стороны смотрю и просто. Смотри, они ломают! Да пускай ломает! Да пошел он нахрен! На тебе леща! Да кто открывает-то? Я наоборот закрываю. Я спецом откидываю его. Я давай сломал. А я пойду. Нет, мне их дома ломать нельзя, да? Давай я тебя к нему выгоню и закрою сюда, давай. Клаус, да хватит бегать на улицу. Я хочу гулять. Приключения ищет. Ребят, уже день, а. Ребят, я пошел наши вещи спасать. Да какие вещи? Все спасены. Я пошел. Так смотри, у них тут этого, они на войну встали. А-а-а, ребята, ребятушки, меня сейчас скелеты завалят. Я тебе не бег. А ты буду бегать, буду. Короче, ты меня защищай. Ребята, я веду к вам стаю зомби, целую стаю, ребята. Вы меня пустите, если я приведу стаю зомби? Нет. Ну как нет? Надо, что ты пройдешь, у нас три зомби ломятся. Блин, ребят, откидывай их, все, откидывай их. Меня не откидывай, все, хорошо. Крафтер. Я, короче, тут нашел. В скелет зашел! Деремся! Вот дебилы, а. Деремся! Ой, что? Мы парни ударили, ребят! Бейте его, давай, бейте. Люди спят. Давайте продержитесь до ночи. Здесь реально опаснее, чем на улице. А как он через дверь прошел? Лол, кто меня ударил? Что происходит? Клаус, ты меня дал. Смотрите, что они делают. Похрену, пробьет, убьем. Ребят, здесь еще опаснее, чем, блин, на улице с вами. Я тебя кость сейчас забью. Да у меня одно сердечко, ты поаккуратнее. Вы сами зашибете кого угодно. Да хватит отгребать, Клаус!
эти. Да я же нечаянно, я хочу, чтобы они дверь не сломали просто. Да они не сломают дверь, это двери мощные, они тут местные. Да, ну смотри, что сейчас будет. Да пускай, собери. Обкакайся от их крутости. Видишь? Видишь? Ну это просто... Говорил. Смотрите, какие у него брови сросшиеся. Это по-любому кавказец зомби. Ну ты... Красавец. Вот все, вот все, все. Клаус! А чё, да это не я, это ты был зомби убит, ты чё? Пускай вот он меня через дверь он не он тебя через дырочку, через окно за... Ага. Мочканул. Да-да-да! Вот и вот! Я открыл! Ребят! Пешком иди, пешком! Да, да, серьезно, он дверь открыл. Серьезно, я выжил, серьезно. Я выжил. Пешком. Ну я окей. Выживу, как раз к утру дойдешь. Да ты Руся, они не сломают дверь, не сломают. А ты чё, ты где? Я рядышком с тобой. Почему тебя не видно? Леща тебе даю. Тебя не видно, ты не виден. Я не Иисус. Видишь? Я твоя совесть. Не а, ребята, меня валят сзади, меня попу карают. Попу карают. Не открывай двери, они не сломают их. Это я место. Ничего не делаю. Они ни в каком случае не смогут его сломать. Короче, да. Сейчас день наступает, и я иду крышу строить. Ну. Все, уже сейчас утро, он вообще дерется через этот прям. Все, драка ему. Открываем, да у него 5 хп осталось, уже утро. Все, ребят, давайте. Я туда не пойду. Ай, я закрыл двери, я к вам. Все, у тебя Митчу единственное, давай драться. Как да нифига себе драться, ты смотри, что. Вжик, только к нему вблиз не подходи. Вжик-вжик, и вообще не мужик. Да, то вжик-вжик тебя сделаем там. Давайте, мы такие же. И еду собирайте там гнилую плоть, а то пока что у нас по еде вообще мало, и мы... Ай-яй-яй, у тебя тут пауки дерутся. Давай до утра бегай от них, на спринте бегай, на спринте! Да он останавливается сам, дурацкий Санта-Клаус. Ты просто блок прыгай, ну класс. Нифига, ребят. Тут уже жители проснулись при мне причем. Ну, и мы не можем, а тут Руди и друг потерянные люди. Верно. Руди говорит, что он был странным и... Ребят, всё, они есть. Обо мне говорят, представь. А если они сейчас скажут, ну-ка давай ему выгоним из дома к зомби. Смотри, говорят о Руди, не хотите, чтобы был странным и устал? Пауков не бей пока. Все, наконец. Ребят, строим дом. Окей. Собрал мои вещи. Все, наконец-то. Еды дайте. У меня только сырая. У меня только сырая. Держи, я тебе сейчас могу дать еды. Расхренать. Давай, еду дам. Еду дам. Давай. Стой, куда ты прыгнул? Вот, держи. Раз и два. Еда. У меня такая еда есть. Ну ешь, что тебе мешает. Так, давайте я сейчас сделаю немножко... Добудьте немножко этого дерева. У меня есть дерево. Окей. Я могу еще добыть, давай. Не, прям хорошо дерево добудьте. Окей. Ребят, давайте построим крышу. Сейчас сделаем на сваях, прям все нормально будет. Сейчас я этим как раз заниматься буду. У меня очень много всякого лута я ношу, я ценен. Ты ценен? Иди в сундук. У меня дохрена железо, у меня дохрена... Иди, сложь сундук. Вон в тот, да? А в какой? Ну не знаю, я хочу потаскать с собой. Нахрена, прям... чтобы ты сдох? Чтобы его защищали. Так вот поэтому я и шкерился в доме, а вы там как камикадзе. Шкерился, он там открывал двери спецом. Я вот даже печь заберу, чтобы она вам не осталась. Эй, хватит, это можно, ребята. Стоп, у тебя получается и булыга, да? Нет. Я её выложил. Вот, ага. Выложил там он. Все, так, тогда готово. Сейчас, ребятки. Сейчас делаю топоры нам каменные. Каменные топоры делаю. Давай, топоры каменные делай. И рубим все дерево. Прям конкретно рубим дерево. Сделай каменные топоры. Давайте сделаем железные топоры, ребята. Железные топоры. Нет, железные топоры не надо. Они бессмысленно тратятся. Алмазные бессмысленно. Ты понимаешь, я знаешь, что вычитал в Вики? Я делал об этом даже репортаж. Интересные факты. Каменные инструменты... Так же, как железные. По сути, можно железными не пользоваться. Руси, на. Да? Да, они... Нет, ну, в смысле, урон. Урон больше. Чуть-чуть только уступают этим. Спасибо. Ой, выкинул. Не-не-не-не-не-не-не-не! Ты что делаешь? А что? Это ИЦ-шное дерево. Ну-ка, где? Рубит тут, блин. А березку можно? Да, все остальное можно. Так и думал, блин, вот. Как я же сказал, то, что квинея выросла там. Да, ну ты его неудачно посадил. Пока крафтил, думаю, вот кто-то же начнет рубить ИЦ-шное дерево. И самый четкий начал рубить. И Руся сразу, да я там, да я могу, да срублю. И все. Я топором владею. Да, да. Что топорное.
Русь лесоруб. Лесоруб. Вот, иди учись на лесоруба, а не на повара. У нас нельзя портить природу. В Майнкрафте можно, тут нельзя. Ну вот, там немножко учись. Школа выживания. Школа. Как там это, комикс новый гуляет по сети, где там кот себя типа фотографирует. А, Джонни Кэтсвилл, как его там? Джонни Кэтсвилл, и сегодня мы попробуем срубить дерево, да. Так, всем привет, и сегодня мы попробуем в Майнкрафте подобывать немножко дерева. Ребят, 38 дерева. Угу. Ну сейчас все, ребятки, что, у нас подошло время к концу. Угу. Такой ноте дикой, орущей, вопящей, и Руся мопящей, да вы куда высадили-то? Понимаете, какую... Ты что там, живой? Это был я. Это я так возмущаюсь. Ой, мне кто-то яблоко дал. А, это я с дерева его сбил. Вы это как там, ростки не высаживайте, куда попало. Окей. У нас будет своя ферма. Так, все, заканчивай. У нас уже на одну минуту перевыполнили план. О, ну отлично. Отлично. Так, ребятки, давайте вот на этом куске дома будем заканчивать. Давайте. Че, ребят, всем спасибо. На-на-на. Всем пока-пока. Пока, да, ребят, до свидания. Пока.